Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такие вот кукурузные палочки, какие-то новенькие, обычно у нас был Рузик, да, вот мы все привыкли, здесь вот какие-то ухтышки, да, кукурузные палочки сладкие, так, что там робот, робот-строитель, что-то там, тра-та-та, давайте посмотрим, так, здесь у нас 140 грамм, состав самый обыкновенный: кукурузная крупа, пудра сахарная, масло подсолнечное рафинированное, там тра-та-та, вода питьевая и соль пищевая, и все. То есть довольно состав, кстати, хороший, поэтому составу можно, мне кажется, попытаться приготовить свои. Вот, также здесь идет какая-то маленькая математика. Посчитаем роботов. Тут вот для ребенка будет, наверное, интересно, когда он будет кушать или после еды. Так, а продаются они только в Пятерочке, Перекресток и Карусель. Ну, то, видите, только так. То есть в Ашане где-нибудь там не найдется. 410 килокалорий. Так, белки у нас 6,1, жиры 12,9, углеводы 67,2. То есть 100 грамм довольно многовато. Вот. И давайте их откроем и посмотрим, что же там внутри. Кстати, вот здесь написано вот сухие завтраки. Неглазированные палочки кукурузные сладкие. Ну, даже вот просто вот эти сухие завтраки меня прям даже удивило немного. Кстати, я забыла сказать, стоил он гораздо дешевле, чем Рузик и вообще вот там какие-то палочки. То есть 25 рублей, по-моему, он стоил. Так, вот так они выглядят. Ну, конечно, немножечко по-другому, чем Рузик. Рузик, они как-то более красивые такие, поэтому и дорого. Тут вот ощущение, как будто как раз этот вот пудра сахарная, как будто она местами прилипла. Да, внутри она, кстати, тоже такая воздушная, красивая. То есть, ну, немножко они выглядят, конечно, не так красиво, как Рузик. На Рузик все-таки нужно будет мне тоже, наверное, сделать обзор. Потому что, насколько мне помнится, они там гораздо красивее выглядят. Так, давайте посмотрим. Сравним. Здесь, конечно, они светлее, чем тут. Я еще, кстати, долго думала, стояла, стоит покупать или нет. Потому что вот это вот похоже, как будто они с каким-то сыром. Кукурузные палочки с сыром. Вот, или специи какие-то, как... Читос, что ли, по-моему, называются. Они тоже там что-то сыром там. Мне казалось, почему-то так. Они тут гораздо светлее. Вот. Красивенькие. Давайте попробуем. На вкус, как в принципе, и Рузик, только меньше сладкие. Не настолько сладкие. Но тоже хрустящие такие, вкусные. Мне кажется, даже они поменьше, что и размером. Такие ароматные, вкусные. Но немножко я бы добавила, наверное, я так и сделаю, добавлю сахарную пудру свою, чтобы они были послаще немножко. Может быть, конечно, это сделано для детей, чтобы дети слишком много сладкого не ели. Но, в принципе, довольно вкусно, ароматно. Хотя в некоторых местах прям сладкая такая, хорошая. То есть неравномерно, видимо, сахарную пудру положили. Хрустящие. Мне понравились, в принципе. Можно где-то там купить. И, по-моему, даже по размерам здесь, по весу, вернее, здесь побольше, чем Рузик, по-моему. Не помню. Ну, по крайней мере, коробка вот эта, она выглядит гораздо больше, чем коробка Рузика. Вот, очень вкусно. Напишите в комментариях, пробовали ли вы. Понравилось вам, не понравилось, чем понравилось. Чем не понравилось. По крайней мере, здесь состав не химический, без всяких добавок, а самый обыкновенный состав для детей.
Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите мои другие ролики, мои обзоры на продукты, продукты из фикс-прайса, наши влоги, как мы с сыном живем, отдыхаем, гуляем. Моему сыну 2 годика и 2 месяца. Вот, к тому времени, наверное, побольше уже будет, пока вы будете смотреть. Вот. И всем пока-пока!